Доброе дело плюс один. Акция по сбору гуманитарной помощи для Донбасса. Здесь все самое необходимое. Продукты питания, средства гигиены. И не только. В каждой коробке письма и рисунки от детей. Трогательные послания готовили вместе, чтобы порадовать наших солдат, которые сейчас находятся на передовой. Ну вот то, что вот есть, в принципе, в коробках можно прям посмотреть. Здесь мы расформировали, то есть все по принадлежности. Это сладости, здесь чай, кофе. Там ребята фасуют у нас средства личной гигиены, значит, вода, консервы, ну, то есть все стандартно. В принципе, не прекращается, но практически не на минуту. Работают волонтеры ежедневно. В летний период свободных рук не хватает. На помощь приходят неравнодушные жители и те, кто считает своим долгом помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Мы сейчас нуждаемся в помощи непосредственно волонтеров, потому что каникулы, ребята уехали. Вот сейчас у нас ребята из Одинцовского техникума работают, которые также проходят у нас практику. Я думаю, что они у нас задержатся. Каждый, кто хочет стать волонтером, может прийти к нам в молодежный центр. Каждый, кто хочет присоединиться к акции, может обратиться в Одинцовский молодежный центр и предложить свою помощь. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».